государства. Сегодня суверенитет республики является гарантией. Нашей Витебской области. Для нас это очень важно. Важно для наших детей, которые остаются и будут далее все эти хорошие традиции приумножать. Среди районов, городов, районов в городе Витебске. Верхнедвинский район. Город Новополоцк. Железнодорожный район города Витебска, Оршанский район, совместное общество с ограниченной ответственностью ЛЛК «Нафтан», город Новополоцк, иностранное общество с ограниченной ответственностью «Союз Кабель», город Витебск, производственное республиканское унитарное предприятие «Витебскоблгаз», город Витебск. Среди организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, коммунальное унитарное строительное предприятие «Шумилинское ПМК-70», город Шумилино. Среди организаций, сельскохозяйственное предприятие «Леонишино», Верхнедвинский район. Среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический родильный дом», город Витебск. Война стала страшной трагедией для всего народа. Мы в этой части экспозиции постарались осветить наиболее знаковые именно для Витебщины события, потому что рассказывать хотелось бы именно о том материале, который непосредственно связан с нашим краеведческим, потому что это особая страница, которая началась еще в начале века, потому что первая авиационная часть появилась в 14 году, и затем в 20-х годах был создан авиационный бригада, вторая авиационная бригада. Момент сегодняшнего праздника. Сейчас вся наша страна в один голос поет государственный.